Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня мое видео будет посвящено не очень хорошему моменту, а именно, как не допустить болезни петуньи. И я хочу вас предостеречь, чтобы вы не допустили такую ошибку, какую сделала я. И теперь мои растения будут некоторое время выздоравливать, и у меня появились лишние хлопоты. Мы все закаляем растения перед высадкой. У меня есть много видео по закалке, удобрению, защите от болезней петуний. Но зная уже много, имея большой опыт, в этом году петунии у меня сильно заболели. Ну вот перед вами два горшка, которые я для эксперимента высадила еще в середине февраля. Появилось у меня такое окно, где можно поставить 4 больших горшка, и 2 из них петунии. Они хорошо развивались, я их опрыскивала один раз профилактически от болезней и выносила их на улицу. Они у меня некоторое время были на улице, так как петунии не боятся холодов. Они не боятся даже понижения температуры до 0 градусов. И вот ампельные петунии, которые тоже уже были на улице некоторое время. Это петунии, посеянные в январе месяце, с которых я брала черенки. И в чем, собственно, заключалась проблема? Петунии очень устойчивые к болезням, вредителям, особенно молодые. Но холодная погода и очень большая влажность. И сейчас покажу этот плачевный результат. Большие кусты оставила на ночь с проливным дождем, так как петуния тяжелая, 10-литровый горшок. И вот вы можете видеть листья. Все больные. Это учесть, что я уже много листьев оборвала. Они тут лежали. Кончики листьев заболели. Это значит, лист заболел. И я уже хотела оставлять цветы, чтобы она покрылась шаром цветов. Но теперь моя задача будет не только цветы удалить, а даже отщипывать верхушки, где заболел, то сделать раннюю прищипку, чего я очень не люблю делать, так как петуния будет сильно куститься. Я хотела вырастить, это каскадная петуния, но хотела вырастить все-таки плети. Но вот болезнь поменяла все мои планы. Одна холодная ночь и вот такая ситуация. А молодые петунии я не оставляла на ночь. Ну, они были и под дождиками, и на холоде, но они не болели. Так вот, хочу тоже вам показать, что вышло. Петуния шоквейв деним растет, как петуния шоквейв. Такие же маленькие цветочки, цвет соответствует, прекрасные, фактически одинаковые. 5 кустиков из 5. И она не болела, хотя шоквейвы склонны к болезням. Но надо вовремя пересаживать большие объемы. А вот петуния розовая опера и петуния лиловая опера. Лиловая тоже приболела, но я думаю, что из-за того, что уже в горшочке по 600 мл, а посеянная петуния в январе месяце немножко для нее маловаты. Но выглядит она более-менее. И посмотрите, что случилось, так сказать, с ампельной петунией розовой. Я вычитала в интернете, что это очень необычный, как бы чуть ли не новый цвет, очень красивая. Взошло всего из 5, больше 200 рублей стоит пакетик. Взошло всего 3 семечки из 5. И мало того, что она плохо росла, она такая маленькая была, крохотная. Теперь она вся заболела. Теперь мне, чтобы ее вылечить, надо оборвать все вот эти листики. Обрезать придется все плети до здорового. Одна холодная ночь с проливным дождем. Всю ночь шел дождь. И вот эти два большие горшка, они не выдержали. Так как они были не до конца, естественно, закаленные. И погода еще для петунии не очень. Петунии все-таки любят более сухую погоду. Ну и желательно теплую, но холоду они не боятся.
Какой совет хотелось бы дать вам? Опрыскивайте петунии заранее, профилактически, препаратами системными лучше. Если в помещении, то квадрис, он безопасный. На улице скор и много других препаратов есть, фунгицидов. Спрашивайте в своих магазинах и обрабатывайте их хотя бы два раза профилактически. Не допускайте того, что допустила я, лечить всегда тяжелее. Причем опрыскивать надо вот такие еще молодые растения, а можно и более молодые. Это вот у меня тайдалы, они растут с февраля месяца. Хочу провести эксперимент, не прищипывая ни одной веточки у тайдала Silver. Ну вот у них даже вот немножко цвет меняется, но это не болезнь. Если у вас тоже вот такое вот есть, это при закаливании. Бывает такая какая-то, как пигментация у растений, пока это не болезнь. Болезнь – это когда темные пятна, которые уже начинают высыхать. Рассада других цветов прекрасно может закаляться, тоже при низких температурах, но об этом я расскажу в других видео.